Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Mazda CX-5. Ремонт кузова. Все поврежденные детали будут заменены. У меня есть двери, крышка багажника и эта донорская часть. Установил машину на стапель и первым делом вытягиваю мятое железо. Чудненько, удаляю весь поврежденный металл. We'll be right back.
Ненужный металл удален. Теперь измеряю высоту лонжеронов. И как можете видеть, правый лонжерон выше на 2 см. Исправляю это. Теперь высота лонжеронов одинакова. Время донорской части. Возьму только нужные мне детали. Hands on my body, I'm loving the heat, but it won't come easy, nothing's for free, if you want me, then... Детали есть, теперь могу сваривать заднюю часть. Но сначала отравняю порог. Для ремонта буду использовать споттер. Небольшие неровности и дырки от споттера заливаю уловом.
Итак, порог сделан. Теперь могу сваривать заднюю часть. I wish you'd stay, but there you go. I have so much I wanna say to you, much I wanna say, but there's no time. We used it all. Still have so much I wanna talk about, but I messed it up and there you go. Oh, 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 oh. There you go walking out that door. It felt... Сравниваю высоту лонжеронов с оригинальными размерами. Размеры можно найти по ссылке в описании. Если размеры в норме, свариваю. So much that I would change about the way I treated you. I don't deserve a second chance. I know that I'm way too late, 'cause I messed it up and there you go. Oh, 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 oh. There you go walking out that door. It felt so close. Устанавливаю двери, проверяю зазоры. Closer than it felt before. Forgiving me, and I just want you to know I didn't mean it. Baby, I just wanna be with you. I should be with you. Все в порядке, свариваю. Сварочные работы закончены. Сварочные швы заливаю оловом. Ну и последнее повреждение. Итак, работа с металлом закончена. Отдаю машину в покраску. Через неделю машина вернулась ко мне с покрасочного цеха. Собираю ее.
Ремонт этой машины закончен. На эту работу ушло 14 дней моя работа и неделя покраска. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!